представление города Сочи. Начинается... И это, смею верить, вам будет ярчайшее шоу. Режиссер Андрей Балденко и режиссер-постановщик Феликс Михайлов. Девиз «Поверь в мечту». И он как нельзя лучше подходит и к паралимпийским соревнованиям тоже. Ничего невозможного нет. Художник, рисующий с помощью песка образы на экране, которые проецируются, и вы видите, как создаются своеобразные картины, возникают они словно из ничего. Называется «Песочная анимация». Артур Кириллов, признанный мастер этого жанра. Ну и Гордон и Солька тут же, не уходя со сцены. Появляется юная девушка в инвалидной коляске Александра Берник. И она рисует что-то в альбоме. Это самые простые, незатейливые рисунки. Детские рисунки. Также образ птицы без крыла, с одним крылом, которая, несмотря на все выпавшие на ее долю невзгоды, все-таки сумела взлететь. Сейчас на сцене паралимпийская чемпионка Пекина Олеся Владыкина и олимпийский чемпион Нагана 98 года, наш выдающийся фигурист Илья Кулик. И медаль d'or olympique and Олеся Владыкина Илья Кулик научилась кататься на коньках специально к этой церемонии за несколько месяцев. Еще раз она своим мужеством показывает, что ничего невозможного нет, что надо только поверить. Поверить в мечту. Вместе с подругой она отдыхала в Таиланде, когда произошла жуткая авария, подруга ее погибла. Олеся осталась жива, но руку пластины удалось. Она занималась плаванием и после этого продолжила тренировки. Перед финальным заплывом олимпийского турнира в Пекине Олеся подруги, которая не смогла остаться в живых, и посвятила свою победу именно ей, хотя фавориткой соревнований не считалась. Звучит вальс «Снежинок» Петра Ильича Чайковского из знаменитого великого балета «Щелкунчик». Ну и Олеся в качестве символа той самой птицы, которая потеряла крыло, но смогла преодолеть все препятствия и осуществить свою мечту – летать. На сцене гигантские шары. Один из основных символов российского присутствия на Олимпийских играх в Ванкувере. Символы солнца нашей маленькой уютной планеты Земля, движение вперед, и на них образы России, Большой театр, Царь Колокол, памятник Петру Первому в Петербурге и другие. Вальс «Снежинок» звучит из кожи балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского. Выйти выступление танцоров на колясках. Уникальный состав во главе с президентом Федерации по спортивным танцам на колясках Константином Васильевым, чемпионы мира и Европы Сергей Антонов и Александра Берник, главные героини этого 8-минутного фрагмента, и Константин Сосунов и Елена Шиляева. Ну а на экране
зрения продолжает из песка возникать фантасмагорические картины, казалось бы, неуловимые, но вместе тем прекрасные. Чемпион России на